Всем привет, дорогие друзья, а также гости канала, с вами Dex White, и мы продолжаем проходить игру под названием Fear Effect. Итак, это у нас третья серия. Играем на диске номер 2. Так, пожалуй, я пойду. Опа. Да, кстати, не зря я так пошел. Подойти поближе, чтобы красненький крестик скрылся, что ли. Ай, перезаряжается, ты чё? Фу, нормально. Ну, это, конечно, не очень прикольно. Так. Куда бы мне пойти? Наверх можно пойти, да, значит? И на перрон на этот. Давайте, наверное, я пройду наверх. Потихонечку лучше пойду, чтобы не... Нет, потихонечку, это слишком долго. Ой, у нас патронов-то вообще же нету. Плохо, плохо, плохо. Что делать? Тут кто-то где-то топается, я слышу. А, быстрее, быстрее, нож. Отлично. Блин, я не знаю. О-о-о. Зря, наверное, надо было. Хотя, ну-ка, если я успею его догнать. Он даже попасть нас не может, смотрите. Отлично. Так, а здесь у нас что? Ключ. О. Нет, не сюда. Так, не понял. Может, сюда? Подождите, а чё? Ну, странно это очень как-то, что сюда ни один ключ не подошел. Так, а чё делать тогда? Так, этот тварь здесь лежит. Нет, я его будить не буду. Нафиг он нужен? Так, а если здесь, по-моему, что-то горит, да? Ну-ка, вот сюда можно зайти. Не понял. Нет, сюда тоже она не заходит. Странно. О, тихо. Давайте сохранюсь я быстренько еще раз. Я, кстати, вот что еще не посмотрел. У нас здесь же, по-моему, можно еще подняться. Нет, разве? А, нет, здесь закрыт. О, нет, вот тут что-то есть. Ключ, ключ по. А, ключ поезда. Не, ну серьезно. Нет. А чего тогда этот ключ-то, я не понимаю. А больше таки у нас здесь и нету, да, ничего. Восемь патронов. Так, я потихонечку пойду. Хотя ладно, что потихонечку тут идти опять. Пойдем тогда на тот перрон, что ли? Ну, как обычно, сейчас вот камера переключится, и кто-нибудь по-любому появится. Точно, так, тихо. Догоняй. Они нас не спали по-любому. Ай-яй-яй! Ай, давай, беси их. Фух. Блин, хотел тихонечко это все дело пройти. Но нифига не получилось. Что у нас в итоге получается? Странно. Что у нас какая-то фигня получилась. Хотел посмотреть, сколько у нас патронов. Но что-то не показывает.
Привет, Хана. Ты не задержался, Дек. Я убивала людей за... Извини, ты права. Что нового? Военный поезд. Наверное, полное оружие. Окей, надо взглянуть поближе. Я имею в виду поезд. Хана, в чем дело? Китайские суеверия. Это сказки для мертвых. Когда ты сжигаешь, все, что они сделали, возвращается им, когда они ждут осуждения в аду. Не знала, что раньше пользовались цифрами. Да, тот парень сжигал это, когда я его прихлопнул. Я проверю локомотив. Жди меня там. Правильно. Она собралась перебиваться, что ли, солдата? О, тихо. Так, некогда. Ну, смотрите, там еще патрончики с правой стороны. Патрончик крутится. Не патрончик, в общем, обойма, да? Так. Опа, так он туда не забегает. А чё за глюк такой? Странно. Ну ладно. Так, чё у нас тут еще есть? Ну-ка, сбегаю еще в тот край. Ой, уткнулся куда-то там. Чё я взял? Нет, наверное, я пока с этой побегаю. Вот, сохраниться можем. Так, что у нас тут еще можно сделать? Все, больше ничего, да? Так, давайте сохранюсь тогда. Где она? Вот она. Все, сохранимся. Так, давайте аккуратней пойдем. Сейчас посмотрим, что еще мы тут можем насобирать. Тут подняться можно, по идее-то. Что-то он не поднимается вообще. Застрял, что ли? Да, с одной стороны, конечно, из пулемета из этого пострелять прикольно, то, что он стреляет быстро очень. Из винтовочки с этой. Но здесь он сразу на две цели может прицелиться. Отлично. Так, еще патрончики. Ой, мое! Вау! Вот так как-то. Не ожидал, что их тут будет трое сразу. Тут что-то какая-то фигнюшка у нас светится. Нет, ее нельзя подобрать. Так, стоп, она здесь ящик. А, да, точно вспомнил. Тут же нам лестницу надо будет потом как-то спускать, открывать. Угу. Вау, у нас же здесь этот босс. Все, вспомнил, отлично. Так, да куда можно выбрать вот эту штуковину? Давайте-ка присядем. И попробуем сейчас его погасить немножко. Ай, ты чё? Куда там застрял-то в текстурах? Блин, еще не так повернулся. Да ну ты чё прикалываешься, что ли? Ай, чуть-чуть назад отойду. Ну-ка, вот сейчас попробую поймать его. Смотри, попал по нам. Опа, еще раз. Ай!
Так лучше его полавливать в тот момент, когда он выходит. Да-да-да. Аккуратно. А все, теперь он наш точно. Ну, тут у нас автомат выпал типа с него. Чё ты не подбираешься? Ну-ка, чё у нас автомат? Те же самые патроны используют. Только их 50. О, это хорошо. Там кто-то есть. Это же... Вау! Блин, плохо, конечно, когда только перекручиваешься, они сразу прицел теряют. Карта к лестнице, отлично. Так, а что у нас? Перезарядочку сделать. Стоп. Так, подождите. Тут подсказка какая-то должна быть. Ладерлок. Ага. Что-то тут. Так, я знаю, что понимаю, что тут предохранитель надо. Менять местами. Так, сейчас бы вспомнить, как ладерлок. Так, подождите, с этой стороны мы, по-моему, вообще нужно убрать его. Поставлен на лок, да, а здесь на ладер. Все, ну-ка. Нет, не так. Что-то я не помню этот момент, как его делать правильно. Стоп, нет, подождите, а как тогда? А, подождите, вот, наверное, так нужно. Нужно, наверное, подать вообще поначалу сначала. Поначалу сначала. Сказал же тоже. Да, надо подать электричество, а потом уже предохранитель менять. Хотя, в принципе, электричество и до этого подавалось. А, тут же два действия надо было сделать, точно. А сейчас, наверное, также только наоборот. В принципе, можно было догадаться, не переключать, потому что у нас все-таки сигнализация на первой, да? Сенсоры на второй, тут, в общем, можно было вентилятор на третий, на четвертый, точнее, можно было так догадаться, что у нас должно быть. Одинаково, все с двух сторон. Так, ладно, бежи. Куда ты побежал-то? Подождите, там что-то крутится? А, нет, показалось, что в углу там наподобие автомата что-то. Так, у нас что там с патрончиками? 50 патрончиков, ну ладно. Сохранение, не знаю, давайте сохранюсь на всякий случай. Все, сохранился, а то, в принципе, мы с вами давней не сохранялись. Виминг принадлежит нам. А-а-а. Так, что кто? Кто где? Все, что ли? По балкам-то опасно так-то, конечно, ходить. Что у нас там? Эй, тихо. Я не знаю, конечно, может тут грохнуться, что-то я не помню этот момент, но... Лучше с них не ступать. Так, а нам куда идти-то, в какую сторону? По-моему, туда идти надо. О, как отлично. Они прям... Прям как задумано, прям как нужно. Так, кто-то тут еще есть рядом. Ай, разворачивайся, ты куда ты? Разворачиваешься-то.
закрутился что-то. Черт! Что это было? Как плоть может так быстро гореть? Ты не работаешь на моего отца. Ты наемник? Да, по имени Глаз. Ну и сколько я стою, мистер Глаз? 90 миллионов. И наши жизни за твою. Твой папа не очень любит предприимчивых людей. Я помогла бы вам, мистер Глаз, но я не могу. Мой отец укрыл меня от правды всей жизни. Но у меня есть шанс изменить свой удел, когда я найду мадам Чен. И никто, даже мой отец, не помешает мне. Извини, малышка, но ты пойдешь со мной. Я могу быть настойчивым. Я не хотела, чтобы так вышло. Я не знала, что кровь – катализатор. Я просто хотела помочь. Я не злая, мистер Глаз, но я поняла, что я могу вызывать зло в других. Неконтролируемое зло. Ну, уже исчезла. Так, ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Слишком много патронов, да, сразу за раз тратит. Скорость средняя, конечно, хорошая. Ай, тут нам ведь ничего не сделать. Так, а куда бежать-то мне? Вслед, что ли, за Ханой, как Хана побежала, так же и нам туда бежать. Ну да, в принципе, логично. Давайте перезарядимся. Так. Ай-яй-яй, ни хрена себе. А Ой, заговорился уже. Так, стоп, куда нам? Что-то я не понял. Если не сюда, то куда? Интересно, куда я попал? Ну да, я тоже так же думал. Только что. Не понял, а что у нас с одним пистолетом? Так, а как? А чё пистолет-то не поднимаешь? Не понял, чё за прикол-то? Да давай ты! А чё, почему пистолет-то у нас? 4 патрона? Да ну ладно. Ой-ой-ой, тихо. Ай, беги тогда. Ай, что ж ты делать-то будешь? Да гаси его уже. Все, отлично. Так, не понял. Да нет, я в принципе этот ключ проверял уже здесь. Странно. Подождите, я не понимаю, что куда мне идти-то? Дальше. Двери закрыты. Поезд. Странно очень все, я не знаю. Как мне вот этого завалить-то? Без патронов-то. Он просто валяется. Что-то я разобраться не могу.
Есть у нас что-нибудь есть, нет? А здесь-то у нас и нету ничего. Так, а как тогда быть? А здесь вот у нас опять замигала дорожка, да? Вау! Там кто-то есть. Ну-ка, может, я ножом могу их это шикнуть. Да. Ну что, я в принципе снова загрузился. Понял, как нам пройти это все дело. Ай, подходи ты к нему ближе. Давай, 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 Хана. Коси его. Есть. Фух. Нормально. Так, винтовочка у нас даже появилась. Ничего себе, нормально. Так, я, пожалуй, туда сохранюсь, быстренько забегаю. Лучше на этом месте. Так, поставлю на паузу. Как оказалось, нужно было идти сюда. Потому что, в принципе, в той стороне, кроме этих мертвецов, там никого больше не было. Вроде, да? И солдат один. Да, один солдат, на которого мы потратили 4 патрона целых. Единственные, кстати, патроны, которые у нас остались вообще. Так, как-то бы аккуратно подойти. Отлично. Так, а теперь я даже не представляю, куда мне идти. Раз мы побывали практически везде, не знаю, даже сюда что ли пойти. Или на перрон снова. Ладно. Так, здесь сидит эта бабка все еще. Честно, я не знаю, блин, правильно, неправильно я вообще поступаю. Может, надо было не сюда идти. А, ну ключ у нас вот отсюда. Получается, что нам нужно найти где-то ключ, видимо. Давайте тогда попробую я еще сюда пройти. Так, ну, солдаты появляются и появляются каждый раз здесь, да? Так, ну что-то здесь у нас вообще абсолютно ничего нельзя сделать. Нам, точнее, не у нас. Так, странно очень вообще. Тогда получается, нам все-таки на самом деле, что ли, туда тащиться нужно? Не понимаю. Да, я ее, конечно, играл не очень давно. Прохождение не стал никакие читать, смотреть, как там проходить все. Так что вот чисто как бы импровизация по мере прохождения. Что вспомню, конечно, то вспомню, что не вспомню, то придется искать. Придется находить. Здесь у нас что? Придется, значит, нам все-таки тащиться по ходу дела сюда. Хм. Как бы этого нам не хотелось. Ай, ай-яй-яй-яй, ты чё? Так, может быть, туда нужно нам идти? Да нет у нас здесь. Тоже ничего интересного нету.
в этот домик зайти. Очень странно, что они вообще здесь появились. Но я не понимаю, по-прежнему что делать. А, вот что делать. Все, понял. Так, я поднял, да, ключ? Что это у нас ключ? КСН. Непонятно, что за КСН. Но какой-то КСН, в общем. Так, что, патроны не будем тратить на этих? Ай, как они близко-то здесь. Ай! Давай! Заходи, отлично. Фу, блин. Жарковато даже, жарковато. И так-то жарко, конечно. На улице плюс 32. Даже в такую жару куда-то лень идти. Может быть, сейчас можно залезть в этот поезд? Вот этим вот ключом. Ха, нет. Скорее всего, на этот ключ, наверное, одной из вот этих маленьких усадьб. Так, тихонечко. О, подожди, ты что с ножом-то? Фига себе, как она так переключилась на нож-то. Так, может отсюда? Они сейчас везде, что ли, будут появляться эти? И все? Ты же должен был что-то, наверное, выбросить, какой-нибудь ключ, может быть, еще? Нет, разве? В натуре он вообще ничего нам не оставил. То есть зря зашел сюда, да, получается? Так, сейчас этого придется еще убивать. Че, еще раз, наверное, станет по-любому? Нет, смотри. Чего вы там все прыгаете-то, прыгаете? Сколько у вас там еще может быть-то еще? Так. Какой-то, короче, ключ поднял. Патрончики, ну-ка, посмотрим, что у нас. 30 патрончиков, а с пистолетами что у нас, как дела? По 8? Нет, спасибо. Я лучше с винтовочкой похожу. Вроде столько патронов собирали, а что-то все мало. А здесь больше у нас ничего нету. Кстати, что я взял-то? КСН. А, ключ от поезда, во, отлично. А этот пускай лежит, отдыхает. Спит все. Странно, конечно, что я подходил к нему близко, и он вообще никак не отреагировал вообще на меня. Очень странно. Кстати, давайте я сохранюсь. Так, ну что, давайте открывать тогда наш поезд. Ну и, наверное, уже в ближайшее время нам нужно будет закругляться с прохождением, точнее, с этой частью. Так, а что, у нас здесь вообще ничего нет, что ли? Так, тут что-то есть использовать. Так, номер там подозрительный, да, и здесь что у нас есть? Ага, здесь номер. То есть, по-моему, как раз-таки нужно ввести номер. Вроде нет. Наверное, бумажки сейчас быстренько черкану.
Итак, все, я, в принципе, записал быстренько, поставил на паузу. Ну что, будем пробовать. Подсказка есть, нет, какая интересная? С какой стороны нам вводить вообще? Так, получилось там 008, наверное, или 009, не знаю. А, непонятно там что-то. C224, B2, N4. Так, ну давайте, да, сейчас я здесь веду. А, поставлю, наверное, на паузу, чтобы долго не заниматься фигней такой. Так, ну вот я ввел, сейчас попробуем. Хотя, что пробовать? Ничего не произошло. Может, девятку поставить? Опять ничего не происходит. Может, наоборот попробовать писать? Снизу вверх, что ли? Чуть-чуть я забыл, тут, блин, все какая-то фигня, у нас это вообще действует. Ладно, опять ставлю паузу. Ну что, в общем, получилось вот какая фигня. Оказывается, нужно задом наперед набирать. Начиная с конца и вписывая в первую строчку. Так, давайте будем пробовать следующую. Ну я, конечно, заколебался перебирать и сидеть. Я всегда о таком мечтал. Поезд набит оружием. Хорошо? Глаз не приходил? Нет, но он большой мальчик. Я обо всем позабочусь. Поезд поехал. Как-то он слишком шустро поехал поезд-то. Ай! А, чё я сделал, блин? Ну что, продолжаем. Так, быстренько, быстренько, оружие. Ай, 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 ай. Да ты чё так? Ай, есть, всё. Чё произошло? Анна! Мост! Мост! Ой, чёрт! Ай, я не успел патроны даже собрать. Давай, 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 беги. Ты в порядке, Дек? Чёртов поезд! Он стоит больше, чем эта пташка Виминг, верно? Черт побери, но он может быть полезен, Дек. Присмотри за ним, Хана. Хм. Так, ну что, я предлагаю тогда на этом месте закончить данную серию. Сейчас я сохранюсь, в принципе. Ну ладно. Ставьте палец вверх, кому понравилась очередная серия прохождения игры VR Effect. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.